От пальто Розалио и шапочки Берти мы переходим к полусапожкам Беллита. Вы вспомнили этот лот? Конечно же, многие женщины сталкиваются с проблемой: для полной ножки, для полного голенища невозможно подобрать сапоги. Мы решаем эту проблему сегодня в нашей модной рубрике. Цена премьеры 2999 рублей. Свет, мне очень интересно, как мы решим проблему полной ножки. Моя тетя, она дама габаритная, 60-го размера. И вот для нее найти более высокую обувь, не ботинки, просто практически нереально. Давайте посмотрим сразу на нашу модель. Люба носит 39 размер и выбирает полусапожки Беллита размер в размер. У Любы полноватые ноги, и подобрать сапоги из 10 сапог получается только одно. Наши полусапожки Беллита идеально сели, и остается место. Любенька, покажи, пожалуйста, что в области голенища у тебя еще остается свобода. Обращаю ваше внимание, что все не так-то просто. Мы для вас создали идеальные сапоги. И сейчас я вам это докажу. Вот мы говорим, сапожки садятся на полноватую ногу. Благодаря чему? Вот насколько увеличивается размер в области голенища. Посмотрите, практически на 4 сантиметра. Эти сапожки подстраиваются под вашу ножку и не стесняют. Кровообращение не нарушается, потому что это эластичная лента. По 2 сантиметра с каждой стороны. Тетя Лена, если ты сейчас смотришь, вот оно решение для твоей полной ножки. Она уже давно меня спрашивает, говорит, ну подскажи, ну маякни, когда будут для меня сапожки. Цена премьеры 2999 рублей. Свет, но здесь покоряет, конечно, еще и то, что они светлые. Это так непривычно. Действительно, сегодня светлую обувь женщины любят носить, но боятся. Мы сегодня ломаем все стереотипы по поводу светлой обуви. Обращаем ваше внимание на то, что наши сапоги и декорированы богато. Здесь есть стразы, пайетки и еще камни. Посмотрите, как они блестят. Все то, что касается практичности. На фабрике уже заранее подготовился макет этой красоты. И сегодня эти сапожки представляют себя для собой очень прочное создание. Между прочим, мы используем эко-кожу, которая сегодня славится эластичностью. Она растягивается, а еще и износостойкостью и практичностью. И хорошо садится по ножке, действительно. Если есть проблемы, у вас ножки часто отекают, полная стопа, высокий подъем. Это решение для вас. Полусапоги Беллита. Ну и посмотрите, как удобно, что в нашей размерной линейке от 36 до 41. Ну что ж, как правильно выбрать свой размер? Все очень просто. Если у вас 39 размер, как у меня, выбирайте 39. Для этого, дорогие друзья, измеряйте длину своей стопы в сантиметрах. Округляйте ее. Например, длина моей стопы 24 сантиметра 8 миллиметров. Я округляю до 25 сантиметров, и мой 39 размер. У нашей ведущей Надежды Исайкиной размер половинчатый, 39,5. Тогда я Надежде всегда рекомендую выбирать 40 размер. И вы сейчас можете выбрать свой размер. Свет, но я уже поняла, что сапожки подстроятся под полную ножку или под ножку с какими-то особенностями. А будет ли нам тепло? Все-таки зима. Ты знаешь, вот я не случайно раскрыла сапоги для того, чтобы показать не только белый и нарядный мех, но посмотреть, смотрите, какой он толстый. Давайте прямо сейчас. Вот, толщина его практически 2 сантиметра. Я хочу сказать, что мы здесь используем искусственный мех, который не отличить от мутона. И еще огромное преимущество искусственного меха. Дорогие мои, искусственный мех никогда вас не будет разочаровывать. Внутри никогда не образуются бактерии, которые не вызывают неприятный запах. Его никогда не съест моль. Он будет вас также согревать и за ним очень легко ухаживать. А это еще и залог качества, значит, наши сапожки прослужат нам гораздо дольше. Цена премьеры 2999 рублей. Скидка сегодня составляет 1200 рублей. Милые мои снегурочки, а вы нашли свои зимние сапожки? Нет? Тогда самое время вооружиться телефоном и оформить свой заказ. Ведь вы ничем не рискуете, все абсолютно безопасно. Оплата всегда по факту получения, но и плюс у вас есть 15 дней гарантии, когда вы можете вернуть свои деньги или обменять товар. Но мне кажется, Свет, примерив такие сапожки, расстаться с ними уже не захочется. Я хочу сказать, как правильно ухаживать за эко-кожей. Обращаю внимание на то, что эко-кожа эластична, у нее есть восстанавливающий эффект, при сгибе не образуется никаких заломов. И еще один плюс, не сушите такую обувь на батарее. Если вы зайдете к нам на сайт, я рекомендую выбрать вам сушилку для обуви и одежды, которая называется «Комфорт».